здесь аккумулятор пока тестовый стоит. Ну, здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, Алексей, меня зовут. Алексей, расскажите вот про эту конфетку. Чувствуется, это какая-то не китайская рыбка. На форуме у меня по имени 146. Просто 146? Да, ну просто 146. Да. Это что значит? А? Ну, вот так, чтобы проще было запомнить. Хорошо. Так, и, значит, что здесь? Рама здесь от швейцарского такого флагмана электровелосипеда Стромер. Мотор стоит Direct Drive, такой достаточно стандартный, 1000 ватт. О, какой диск-то здоровый, большой, тормозной. Да. Это что за диск такой? Рассчитан все-таки на скорости приличные, поскольку идея такая, чтобы при легком сетапе можно было развивать достаточно большую скорость. А для этого вся хитрость... А какие толстые. Да, вот они постарались. Вообще, ну, просто... Сделали достаточно мощную раму, но при этом очень слабые мощности. То есть у них контроллер был внутри колеса, само колесо достаточно мощное при слабом контроллере. То есть вы все демонтировали, да? Да, по сути, только раму я получил. Вот, и поставили уже киловаттный реальный моторчик, да? Все ненужное... А звездочка сколько тут, смотрю, большая? 9 скоростей. Трещотка 32. И самый главный секрет вот здесь вот. Это передняя ведущая звезда 58. Обалдеть. Чтобы где-то вот уже на скорости 55 километров или 60 километров в час даже еще можно было вкачивать мощность своими ногами. Мало таких сетапов я видел. Угу. Ну вот у меня вот такая вот идея фикс, что ездить на больших скоростях и вкачивать при этом дополнительную мощность еще ногами. А мощность можно скачивать где-то до 500-800 ватт. Я смотрю, пасс-система там стоит, да? Или да, стояла? Да, конечно. Если вкачиваю своими ногами, то с пасс-системой без нее не обойдешься. А как вы ее переключаете? Обычный LCD-3 здесь стоит у нас. LCD-3, да, и вот она у нас переключалочка, да? Да, это стандартный, недорогой такой вариант. Это 20-амперный, да, состоит контроллер, да? Контроллер, который можно менять в случае чего. Угу. Тут он был адаптирован на более высокое напряжение, так он рассчитан до 60 вольт, угу. А здесь вот его напряжение 63 вольта, поэтому большие ущерчения с повышением теплоотдачи, дополнительный радиатор, и плюс еще тепло от контроллера передается на саму раму, то есть сам контроллер не перегревается внутри. Угу. Да, сейчас модно открывать контроллеры. Ну, так-то это все крышкой закрыто, все это выглядит. Угу. У нас резиночками, да, у нас крышечка? Да, резиночка. Все. Угу. И замочек, да, у нас тут? Да. Ну, плюс еще вот можно фару включать через контроллер электронным образом. Фара тоже стандартная, прохватная. Угу. И крылочки, смотрю, симпатичные. И сами компоненты поставлены так, чтобы было. Так, а батареечка что у нас тут стоит? Батарейка сейчас стоит 3P15S, но она как тестовая. А так здесь штатный вариант, это 5P15S. До 1000 ватт-часов можно поставить батарейку сюда. О-о-о, педальчики на промах. И вес этого велосипеда сейчас 24,5 килограмма. Вот так мы его сверху. Так это лайточек получился. То есть, да, вот на таком легком сетапе можно развивать, то есть, до 60 км в час свободно и особенно не напрягаясь, если помогать ногами. Сзади катафотик, да, у нас? Или фонарик? Катафотик, да. Ой, какой стильный у нас сумочка. Ну, вот. Ого, зарядочка. Зарядка. Магнитная, да, кнопочка у нас тут? Да. Седло хорошее. Какой-то Маден Швейцария.
Ручка газа тоже имеется. Переключатель скоростей такой вот он. 9-скоростной, но очень брендовый. Ух ты, STXR, да, круто. Ну это поскольку уже он был. Он хорошо сюда вписался. Так, а это у нас газ или только газ, да? То есть газ сделал под левую сторону, да? Можно сейчас посмотреть, какой у нас в холостом режиме получается. Давайте посмотрим. Так, вот плюс поднял. Давайте поднял и газу, да? 60.7. 60? Ну, в общем, 60 км в час. Повыше, если напряжение будет, оно повыше. И потребление небольшое, где-то около 60 ватт. Все-таки директ драйв, то есть мотор экономичный. Угу. Колеса 27,5 дюймов, шины 2,1. Угу. Швальба. О, швальба хорошая, антипрокольная, марафон плюс, да? Да. Марафон, мои мотивация. Любимые покрышки. Со светоотражающей полоской. То есть они светятся в темноте. То есть такой вот катафото, два огромных катафота, когда едешь, светится. Ну, старался, как бы, чтобы вес был поменьше и стиль был получше. Стиль и при этом еще и скорость можно было получить. И вот получилось, мне кажется, получилось. Получилось, да, оно получилось. И причем получилось гораздо дешевле, чем это делает Stromer. Если там посмотреть, какие у них цены на их велосипеды, то есть лучше даже не называть эти цифры. Так давайте назовем, почему бы нет? Там до 10 тысяч долларов сейчас последняя модель у них идут. А здесь-то это раз в 5 ниже цена получается. Так, тогда давайте мы озвучим. То есть я так понимаю, то есть если вам предложить деньги, вы можете... Ну, порядок цен я озвучил. Сколько стоит? Вот сколько? 130. 130 рублей. Да, рублей. Так, ребята, вот такой красивый европейский велосипед с могучей рамой, с колоссальными дропами по толщине. 9-скоростной киловаттный мотор продается 130 рублей. И с хорошим аккумулятором 1000 ватт-часов. На сане банках 3500 мАч. То есть это ВТБ-6 как-то, не, да? ВТ. Ну, самые мощные, самые емкие банки 3500 мАч. Да, и у них самая большая только отдача была из всех, которые выпускались. Ну что, слюньки потекли, копим деньги. Связываемся с вами, как вас найти и писать в личку вам? Да, можно. Ну вот мы на тестовых испытаниях, на нашей горочке любимой. Попробуем сейчас сделать ее как с места, так и с небольшого разгончика. Ну и фара приятно светит. Не светит в глаза водителям. Дубль еще будем делать? Да не, видно, что хорошо идет. Вот, еще педалями можно даже на скорости помогать. В общем. Тянет нормально, 1,5 кВт вкачивается, да еще и ногами, так что ускорение есть хорошее. Ну и вопрос такой, почему пытаетесь продать? Ну это мое хобби, и как бы сделал один, получилось, сделал второй, тоже получилось, и ну, не копить же. То есть люди готовы покупать. Ищу клиентов, которые вот именно вот такую концепцию одобрят, чтобы... Лайтовые, красивые дизайнерские сетапы. Вот, чуть-чуть дороже платим и получаем как бы наслаждение от технической эстетики, от технических характеристик. Вот так. И
Он достаточно дальнобойный, можно между городами на таком ездить. 1000 ватт-часов, это вполне 100 километров проезжается с подзарядкой до 200 в день. Можно багажник повесить. Ну что ж, пожелаем всего хорошего в наступающем в следующем году. Поздравляю всех, да, как видите, погода отличная для таких поездок. Пока. Счастливо.